Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. У нас продолжение прохождения игры Call of Duty Modern Warfare Remastered и шестая часть. Так, поехали. Расчетное время прибытия вертолета — полчаса, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Это то, что от него осталось. Так, установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать. Так, ну что ж. Вроде задание не такое сложное. Контратака неизбежна. Твою мать, не заколебала эта фигня. Твою мать, блин, да что ж ты так... Оружие хреново делаете. Так, что там происходит у нас? Давай! Бабах! Открыть огонь! Отличный выстрел, дружище! Блин, как тараканы бегают. Прикольно. Твою мать, ни хрена себе. Пора идти отсюда, нет? Они наводят сюда минометы, пора уходить. Так, Сул, давай к минигану и прикрой западный фланг, пошел! Второй, отступаю. Третий, выдвигаюсь. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Так, давайте куда зайдем-то? Отупить. А, слушай, к вертолету. Все, я понял. Вот оно. Дед. Давай к минигану! Живо! Он установлен на разбившемся вертолете! Перегрелся, мать вашу. У нас проблема. Всем быть начеку. Черт побери, много ли здесь вертолетов, а? Сул! Возвращайся в бар! Вертилы детонаторы! Остальные постараются не подпустить их к следующей линии обороны! Давайте живо! Сул! Уходи от минигана! Мы отступаем! Побежали, мать вашу, побежали. Соу, активируй детонаторы. 4 детонатора в баре, живее. В баре, в баре, в баре. Где этот ёбаный бар? Бар.
с компасом и выдвигайся. Мы постараемся их задержать. Твою мать! Фак. Да, дела. Побежали. Шевелин в амбаре! Шевелись! Где? Ах ты, блин, гнида, а? Нифига себе. Два танка. Твою мать, а. Надо какое-нибудь стрелковое оружие брать, либо сразу после атаки туда бежать. Удар в воздухе. Отупеть.
как-то не очень удачно получается у нас. Давай, давай, мать твою! Да твою мать, а? Охренеть. Отупеть! Мне в ракеты влепили в лоб. Твою мать, твою мать. Слушайте, надо назад немножко отойти, чтобы этот... Борис Ельцин, можно построить трону штыков. Да-да-да, Борис. Твою мать, а? Нужно оружие менять срочно. Удар воздуха. Мишень, мы приближаемся с юга от реки. Советую поторопиться к зоне посадки Би у холма. Конец связи. Вас понял, 2-7! Всем быстро к зоне посадки! Это наш последний шанс! Живее! Кто стреляет? Потупеть! Не-не-не! Куда-куда-куда? Перезаряжай, скотина, быстрее! Фак-фак-фак-фак-фак! Не видно, не видно, не видно, фак! Твою мать, не успела. Да твою мать, да что ж вы так, как тараканы. Блин, да что ж такое-то? Слушайте, да, здесь совсем хреново. Так, давайте, давайте, давайте. Так, знаете, наверное, надо все-таки этот, там второй раз, самолетами. Мишень, мы приближаемся к юго.
Пошли в задницу, фак, Ну блин, как вас много. Куда идти-то, фак? Ай-яй-яй-яй-яй! Твою мать, прыгай! Тварь, а! Да что ж ты такой тормознутый? Давай, быстрее. У вас 2 минуты, прием. Говорят, вам нужно выбраться отсюда. Все на борт! Живее! Живее! Пошли, пошли! Говорят, вам нужно выбраться отсюда. Говорят, что кур доед, блин. Это было сложно. Мы уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Тимуран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Блин.
Да, что-то я так пострелял, ничего не осталось. Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить Комаров, свет. Мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты ну никак не тянешь. Ну да, ты тоже, дружок. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Твою мать, много. Ах ты, фак. Вы убили сына Захаева. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Ух ты, ё-моё. Понашпиговали. Пока существуют люди, будут существовать и войны. Альберт Эйнштейн. В дом, в дом, в дом. Твою мать, да какую прекратить? Сучонок. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Мать. Этот парень нужен нам живым.
Блин, а? Урод, стык там стреляет. Говно. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Отлично. Противник на втором этаже справа. Ах ты, блин, ты перезаряжай. Да, как же так? Давайте тратим до конца. Два противника с правого фланга. Да как? Как, мать вашу? Блин, они с другой стороны вышли. Блин, нахрен надо. Блин, на поле боя. Вышел, короче, этот, начал искать патроны себе с новым оружием. Вообще, говорит. Откуда? Фак! Нет! Только не это! Только не это! Фак! Блин, опять не успел. Сука, он с крыши стрелял. А, не, он из окна. Тварь поганая. Ладно. Надо этот, поаккуратнее все-таки. Пошли в жопу, уроды. Один за перевернутым баком. Рак у мусорного бака, блин!
прием! Поторопись, цель уходит! К вам приближается враг. Слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Твою мать, сзади, сзади, сзади. Да, все чисто. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6! Мы попали под обстрел! Противник занял позиции на 5-м этаже! Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Блин! Объект перемещается по северо-восточному крылу здания. Второй этаж. Куда идти? Вот. Ну. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Все равно хватай оружие и задержи его! Парня проблемы. База говорит Б-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери. Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Приехали, блин. Так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все иностранные войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Все очень просто. Либо мы сейчас захватим центр управления пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Приближаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Пошли. Ко мне! Прикольная миссия. Где Грикс? Не знаю, сэр. Сержант Грикс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции на юго-западе. Мы уже в пути. Конец связи. Поехали.
Вон они ходят, там целая куча. Не, АК-47 не буду брать. Крикса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Прием предварительных заказов на любое время в любом направлении. Бред какой-то. Почему нельзя это сделать по телефону? Башка разлетелась, он такой, Крикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Зуб, разведай обстановку. Ах ты, блин, нифига себе. Твою мать. Не тайная операция, конечно. Солнце встает. Время на исходе. Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили. Я так и хотел сделать, но ты же зажал всю взрывчатку. Ты вся еще жив. Да, готов идти. Подожди, а оружие у него где? Установлено, всем отойти. Соуп, выполняй!
питания через 10 секунд. Ждите. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся. Конец связи. Открывай ворота. Так, ну что, побежали? Ты, блин. Твою мать! Встал что-то я прям не в том месте. Нужен огонь поддержки! Пехота врага на северо-западе! Перезарядка. Мать вашу. Вроде бы как все. Как много! Фак! Что-то очень много их. Так, ладно, давайте еще раз. А, похеру. Прикройте! Перезарядка. Всем быть на чеку! Приближаем вертолеты! Вражеские грузовики! Войдем на юго-запад!
черт, много их. Аккуратненько просто будем идти. Я думаю, что все будет нормально. Мозги вылились, помощь сюда, он ранен. Друзья, куда мы идем-то вообще? Прикройте! Твою мать! Все чисто. Всем быть начеку, на крыше граната. Воу! Кондолиза Райс тоже себя вписала в Call of Duty. Отупить. Твою мать. Вот, прям рядом стоял. Твою мать, убили.
Блин, фок. Давай. Ох ты, нифига себе, влепил. Блин, вот не торопясь. Так, друзья, ну что ж, давайте, здесь у нас произошел сейв, давайте тогда здесь и закончим. Так, до следующего раза, всем пока.